Здесь мы будем огораживать его. То есть, ну, в течение следующего месяца уже здесь будет стоять забор. Здесь будут расширенные пруды копани, здесь родник есть, да, который мы планируем поливать. Руководитель предприятия «Адлерский чай», словно отец, все 9 месяцев возрождал эту землю. Сельскохозяйственные работы на этом поле площадью около 10 гектаров не производились со времен Советского Союза. На то, чтобы вспахать целину, ушло немало сил. Но труд того стоит, говорит Александр Бубко, ведь планы у аграриев намечены на несколько лет. Наша задача – посадить сад, то есть многолетники. Первоочередная задача и, так скажем, перспективное направление – это наши субтропические культуры. То есть это цитрусовые и хурма. В частности, сейчас у нас есть контракт на посадку многолетников, именно хурмы плоской, на 110 гектаров земли. И вот мы начинаем осваивать. В этом году мы заложим первые 10. Следующий год будет 50 и еще 50, то есть к 2017 году. Таким образом, с каждого гектара планируется собрать порядка 50 тонн фруктов. Первые 3000 саженцев хурмы украсят это поле уже в ноябре. Параллельно ведутся переговоры с питомниками на поставку цитрусовых. Но эта субкультура будет высаживаться только в следующем году. А пока целине нужны дожди, обработка, добрые руки и, конечно же, охрана. Поэтому в сельских советах проведут встречу с местными жителями и предложат им работу. А в будущем, года через 4, на этих местах хотят запустить агротуризм. Татьяна Говоркова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.